Фиксакофе, выпуск от 14 ноября считается открытым, господа каламасы. Так. Господа каламасы и фанаты. И зальем водицы. Зальем водицы по ягодице. Так. Курочка по зернышку клюет. Сегодня у нас что? Суббота? Крышу. Подсел я на крышу. Правда, от него пердюшки. Ну что поделать? Да, Аня? Кофе мы пьем, купленное на местном рынке. Называется премиум арабика. Надо попробовать потом еще раз. Все-таки кофемолкой помять зерна. Посмотреть, причина в зернах или в кофемолке. Кофемолка из Китая. Бегите, стойте! Что это за актриса такая из Билайн, которая рекламирует? Она мне напоминает зайца из Люки Ганди. Так. Капучино. О, в Макдональдсе за 29 капучино. А у меня бесплатно. Как раз в тему. В тему фикса кофе. О, кофе наливается. Аня от счастья ухмыляется. Фикса кофе наливается. Он, конечно, улыбается. Аня, кстати, а где мой стаканчик под кофе? Кувшинчик. Аня, сфоткай, пожалуйста, кофе. Дай мне телефон. Не знаю, как фономасы вам это показать. Просто поверьте. Просто поверьте. Вы просто поверьте. Так, две кружки мне надо. Мы решили пить кофе дома перед прогулкой, потому что оно... Ань, давай мы из молока будем кофе. Дай мне молоко 3,2. Что последний раз? Последняя осень уходит по этой. Тогда сливки делим по-братски. Сестре половину. Аня, ты же у меня в телефоне записана как сестра. Сестра Анна. Я уже тебя привык искать как сестра. Видите, муж и жена, они со временем становятся как брат и сестра, такие, прям, родными людьми. Давай, бухти-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 бухти. Поднимайся, Петя, поднимайся. Давай. Фикса кофе улыбается, а Сереги, у Сереги поднимается. Кофе Сержик наслаждается. Вот такие вот дела. Так, все. Хорош, горячо. Сбиваем.
Режьте, братцы, режьте. Режьте и пилите. Режьте, стропалите. Только не винтите. Пицца кофе наливается. У Сереги поднимается. Настроение, конечно же, а не то, что вы подумали. Грешные. Бариста Фиксин, чемпион мира, чемпион Кучина среди баристов. О, капучино пенистое. Кружку на стол. На стол кружку. Все? Подожди. А, да. Подожди, дай я выключу. Сделаешь.